По сложившейся доброй традиции ежегодно в преддверии 9 мая сотрудники «Самотлор» нефтегаза нефтяной компании «Роснефть» чествуют ветеранов, поздравляют жителей Нижневартовской Югры, принимают активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. По многолетней традиции нефтяники «Самотлор», молодые специалисты, представители профсоюза и совета ветеранов «Самотлор» нефтегаза поздравляют ветеранов, участников боевых действий в Великой Отечественной войне и тружеников тыла с Днем Победы. Спасибо, что страна нас не забывает. Подарок нефтяники приготовили и для всех жителей города. Накануне 9 мая в офисе предприятия, расположенном на центральной улице Нижневартовска, зажгли свет, выстроив слова, символизирующие наступление главной даты на календаре. Также накануне Дня Победы при поддержке нефтяной компании «Роснефть» в рамках социального партнерства с правительством Югры в ДК «Октябрь» для ветеранов Нижневартовска «Самотлор нефтегаз» организовал благотворительную концертную программу «Память сердца». В день праздника в сквере космонавтов при поддержке «Самотлор нефтегаза» были организованы полевая кухня для ветеранов и праздничное представление. Для своих сотрудников, которые в этот день отправлялись работать на месторождение, предприятие устроило концертную программу прямо на вахтовой автостанции. Проезжала конница по степи широкой, где шумел, гудел зеленый лес. Под песни фронтовых лет волонтеры предприятия раздавали георгиевские ленточки. Концертную программу завершила песня «День Победы». Ей вторили сигналы клаксонов, направившихся на самотлор автобусов.